Ну, мы постоянно, конечно, тревожимся и переживаем. Вот. Кто-то больше, кто-то меньше. Я знаю разные кейсы. Там, некоторые тревожатся настолько, что конец света. Переживают, что крыша едет, дом стоит. Но в целом, сами по себе, чувство нормальное. Тревога – это что? Вы нарисовали себе какое-то будущее, понимаете? И боитесь, например, что оно не случится. Или нарисовали себе сразу пугающее будущее, и уже сейчас боитесь, хотя, возможно, это будущее не случится. Переживание – это нормально. Мы же как бы сталкиваемся со всякими разными жизненными событиями, и далеко не всегда это коту масленица. Много возникает и напряжений, это где-то борьба амбиций, где-то глупости от непонимания. Вот, поэтому переживания естественные, тревоги естественные. Вопрос, они какое место занимают в вашем внутреннем мире? Если они бегут впереди вот этого паровоза вашей жизни, жизнь будет ужасна. А если вы понимаете, что это просто реакции на жизнь, а вы сами тот тепловоз, который едет куда вам надо, все это дело житейское и заживет.